разберемся, когда выйдет Дорж 2 и обманывали нас ютуберы. Мы узнали то, что выйдет фан-версия Дорж 2. Мы ждали настоящую версию. И выяснилось то, что LS Splash поддержали разработку фан-версии. И это означает то, что оригинальной версии не будет. Сейчас разберемся подробнее. Если разработчики тратят время на фан-игру, значит свое они пока не создают. И скорее всего в ближайший год ждать Дорж 2 официальный не приходится. Но зато у нас есть трейлер фан-версии Дорж 2, и мы узнали то, что она выйдет 10 августа. В этом трейлере показывается. Значит, мы выходим с лифта, обрезаем, то есть у нас есть ножницы. Типа там скоро выйдет новые локации такие, новые двери. Значит, очень красивые локации какие-то, подземные. Так, новые монстры, новые вообще приключения. Скорее всего, там будет фигура, побег от Хика. И вот Дорж 2, но фанмейт. Августа 10-го. И при поддержке LS Splash. Я, конечно, сниму видео про фанмейт. Ставь лайк и подписывайся, ведь у меня много такого контента. А также кликай на эти видео.